Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Дмитрий Овчаренко. Смотрите сейчас. На здоровье. В Беларуси началась подготовительная кампания к иммунизации против гриппа. Люди, которые получили 3 и более прививки, были более защищены. Что прогнозируют эпидемиологи? Ликвидация каннабиса. В 2 районах Могилевской области обнаружено более 3 тонн конопли. Где прижилось дикое растение? От мадам Рубинштейн до наследников Рабурдена. В Бобруйске пройдет закрытие 78-го театрального сезона. И хочу пригласить всех 27 июля в 18:00 провести вечер вместе с нами. Чем удивят зрителей? А также продовольственная безопасность, кредитные договоры и комплексное обслуживание. «Беларусьнефть» планирует развивать сеть электрозаправочных комплексов. Сколько обновят объектов? Страда – это наш продовольственный фронт. Президент провел расширенное селекторное совещание. С членами правительства, губернаторами и другими должностными лицами Александр Лукашенко обсудил самые животрепещущие вопросы по уборке нынешнего урожая. Белорусский лидер сравнил цены зерна с золотовалютными резервами. Ведь от продовольственной безопасности зависит и судьба государства в целом. Отдельное внимание – сохранности культур, заготовки кормов, качественной подготовки и отбору кадров для работы в АПК. Рассчитывайте силы и ресурсы. Уровень организации работы трудовой дисциплины должен быть образцовым. Вы видите, что происходит вокруг. Часто вас прошу и вам напоминаю, главное для того, чтобы был мир и покой, это экономика. Никто никому не поможет. Вы посмотрите по этой зерновой сделке, что высветилось. Все такие рачительные, все так помогают Украине. И все вокруг отказались пропустить через свою территорию вывозное зерно с Украины. Поляки, другие так родили за Украину, что сегодня отказались вообще напрочь продукцию с Украины пускать на свою территорию. Вот и весь рынок. Поэтому мы должны организоваться, мобилизоваться, спланировать нашу работу, чтобы наш народ был накормлен, одет и обут. Обсудили и финансирование сельхозорганизаций, в том числе при закупке топлива. В этой связи глава государства поручил правительству в ближайшее время собрать губернаторов и вместе решить проблемные вопросы. Пристальное внимание Александр Лукашенко уделил тематике выбора сельхозкультур, на которой следует делать основной упор. Речь шла про озимый ячмень, кукурузу и рапс. Не позволили одурманить. В нескольких районах Могилевской области ликвидировано более 3 тонн конопли. Около 2 гектар дикорастущего растения обнаружено в лесу на выезде из Бобруйска. Общий вес под 2000 килограмм. Еще тонну оперативники нашли в Быховском районе во время рейда. Плантации уничтожены с помощью сельхозтехники. Банковский кодекс, высокий показатель и школьная форма. К новому учебному году «Беллекпром» планирует произвести более 1 015 000 швейных и трикотажных изделий делового стиля. Громкие заголовки дня. Далее в специальном обзоре. В Беларуси выросла медианная зарплата. Национальный статистический комитет публикует данные в мае и ноябре. За год сумма выросла на 234 рубля и составила 1400. Самый высокий показатель зафиксирован у работников горнодобывающей промышленности – свыше 3500. За ними идут сотрудники воздушного транспорта, далее производители продуктов нефтепереработки. В банковский кодекс внесены некоторые изменения. Введен запрет на установление в кредитных договорах условия об оплате процентов в повышенном размере в случае невозврата получателям займа в срок. Ограничены суммы штрафов и неустоек, которые уплачиваются в связи с неисполнением обязательств. К новому учебному году «Беллегпром» планирует произвести более 1 015 000 швейных и трикотажных изделий делового стиля для школьников. Уже отшито порядка 67% от запланированного объема и поставлено в торговые центры около 55%. Полностью отгрузить весь ассортимент планируют к середине августа. «Беларусьнефть» планирует развивать сеть электрозаправочных комплексов. В прошлом году реконструировали 11 объектов, в этом в планах 17. На данный момент компания занимает 70% рынка страны. Стандарты управления и обслуживания, а также требования для всех объектов одинаковые. При этом добавляются места отдыха для детей.
Вторые игры стран СНГ стартуют уже через 2 недели. Соревнования будут проходить не только в столице и областных центрах. Аренами спортивных баталий также станут Борисов, Жлобин, Молодечно, Орша и Солигорск. Торжественная церемония открытия 5 августа в Минск-арене ожидают не только большое количество участников, но и болельщиков. Лучшая тактика – профилактика. В Могилевской области началась подготовительная кампания по вакцинации от гриппа. Основные этапы пройдут осенью. Сейчас учреждения здравоохранения собирают информацию, чтобы накопить прививки. Иммунизация против COVID-19 между тем не прекращалась. Людей приглашают на бустерную дозу, чтобы поддержать и усилить иммунитет. Медики отмечают, что в предстоящий эпидсезон будут циркулировать сразу несколько вирусов. Количество впервые зарегистрированных случаев снизилось примерно в 1,5 раза в 4-ю волну, примерно на такое же количество в 5-ю волну. И, естественно, люди, которые получили 3 и более прививки, были более защищены, нежели люди, которые получили в 2021 году 2 прививки и как бы на этом решили закончить свой путь вакцинации. Прививка уменьшает вероятность тяжелой формы заболеваний и снижает скорость передачи вируса, а также дает возможность вовремя выработать антитела в организме. Вакцины доступны на выбор – «Спутник Ви» или «Верацел». Обращаться нужно в поликлинику по месту жительства. Трудовое лето. В стране продолжается работа студотрядов. В этом году перечень вакансий увеличен до 38 тысяч. Бобруйчане бесценный опыт получают на различных предприятиях города, от Славянки до РТИ. Ребята изготавливают элементы одежды, занимаются облагораживанием территории и зарабатывают на мечту. О каникулах с пользой. Елизавета Липеева. Швейные феи. На Славянке под руководством опытных наставников трудятся 6 девушек. Изготавливают элементы одежды и обрабатывают изделия. Для учащихся технологического колледжа это уникальная возможность погрузиться в будущую профессию. Тех, кто себя зарекомендует, в дальнейшем возьмут на работу. Девчонкам, которые иногородние, мы предоставляем общежитие. Вот на период студенческого отряда они находятся у нас в общежитии. То есть вечером у нас идет общение с девчонками, которые пришли, вернулись с работы и на радостях, что мы там норму выполнили. Мы справились, мы молодцы. Я выполняю сейчас работу на машинке, манжеты на рукава куртки. Коллектив здесь хороший, все поддерживают. Для тех, кто любит труд, работа есть всегда, и молодежь это знает. Каникулы с пользой проводят и учащиеся медицинского колледжа. Обязанности несложные, но ответственные. Будущие медсестры раскладывают карты, разносят их по кабинетам, обрабатывают поверхности, занимаются уборкой помещений и, конечно, перенимают ценный опыт сотрудников 7-й поликлиники. Я с детства мечтала быть в этой сфере, работать медсестрой. Также помощником врача. Сейчас здесь я получаю эмоции, опыт определенный, общение с персоналом, с пациентами. Девочки очень хорошие, старательные, выполняют всю свою работу, как положено. Задают вопросы, проявляют инициативу, и видно, что в будущем они будут хорошие специалисты. Любой труд ценен. На РТИ бойцы занимаются облагораживанием территории. Многие работают в студотрядах не первый год, заводят новые знакомства и копят на мечту. В свободное время ребята вместе гуляют по городу, общаются и строят планы на трудовой семестр 2024-го. Для меня это очень хорошая возможность подзаработать денег. В следующем году я тоже планирую пойти в студотряд на данное предприятие. Белорусским студенческим отрядам 60 лет. Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, сервисные, медицинские, производственные. С каждым годом география и направления движения расширяются. В 2023-м список рабочих мест увеличен до 38 тысяч. Елизавета Липеева, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360. До встречи в сентябре. В Бобруйске пройдет закрытие 78-го театрального сезона. На представлении «Дом, в котором мы живем» осторожно двери закрываются, покажут отрывки спектаклей, музыкальные номера, наградят лучших артистов и презентуют открытие нового сезона. Зрителей ожидает море эмоций и розыгрыш подарков. Всегда очень приятно переворачивать страницу, где есть что вспомнить, где много ярких событий. И я думаю, что мы можем с гордостью сказать, что 78-й театральный сезон был именно таким. Потому что это и Республиканский фестиваль национальной драматургии, и Патриотическая неделя, и участие в Республиканском фестивале «Перемога». И немало-немного 8 премьер, из них 5 вечерних и 3 детских. Закрытие сезона пройдет на сцене театра драмы и комедии имени Дунина Марцинкевича 27 июля в 18:00. Стоимость билетов от 5,5 до 8 рублей.
Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо!